на $10 получишь, если разгадаешь головоломку. Здесь одна ручка, две, три, четыре. Нужно сдвинуть одну ручку так, чтобы получилось 4, 3, 2, 1. Наоборот. Хорошо? Пытки. $10. Просто так. А если мы возьмем вот этот и положим сюда, будет 4, 3, 2, 1. $10 мы. Дима, $10 я тебе дам, если разгадаешь головоломку. Смотри, тут 1, 2, 3, 4 ручки. Тебе нужно передвинуть одну, чтобы получилось наоборот 1, 2, 3, 4. $10. Всего одну ручку передвинуть, переставить, переложить. Подумай. Или $10 мои. Ты спать идешь? Одну ручку and what? Взять ручку и положить в другое место. But they're all the same. What's this the same? Ну, разницы нету. Главное, что... Тот кандок. Только одна. Ника! По-честному! And it has to be the opposite, what they said, да? Да. Да. Oh! Ника! Is it like this? No, мама, так нельзя. Ответ вот такой. А что вы делаете? Берем вот эту, ложим сюда, и получится 1, 2, 3, 4. $10 мои.